Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров встретился с участниками специальной военной операции, которые сейчас находятся в отпуске. Встреча прошла в администрации муниципалитета. Для гостей было организовано небольшое чаепитие. Во время беседы защитники Родины рассказали о своей службе, о том, с какими трудностями сталкиваются на передовой, о боевых буднях, о мужестве и храбрости солдат. Еще подчеркнули, что поддержка неравнодушных жителей округа для них сейчас очень важна. Особую благодарность они выразили волонтеру Светлане Лобановой. Каждые 10 дней Светлана отвозит на своей машине гуманитарную помощь на фронт. И она проводит такую работу, которую сравнить вообще невозможно ни с чем. Она обрабатывает ребят после БЗ. Она там такое творит, вы даже не представляете, какими объемами она отправляет. Так что я с ней работаю 24 на 7, вот, и я о ней могу рассказывать бесконечно. Светлана Лобанова 7 месяцев была волонтером в зоне СВО. После того, как получила 2 контузии, была отправлена домой. Но свою волонтерскую деятельность не оставила и продолжала поставлять бойцам все необходимое. Светлана, помимо того, что она привозит гуманитарку в большом объеме, она еще находится с ребятами там постоянно, поддерживает их боевой дух. Требуется финансовая помощь именно для нее, потому что мы, как я говорила, выдвигали ее на губернаторскую премию. К сожалению, она не выиграла, но это надо оспаривать. В знак благодарности бойцы попросили главу оказать поддержку Светлане за ее труд. Мы точно будем включаться в эту историю. Я-то от вас хотел. Я впервые вижу, чтобы... Те, кто идет за ленточку, просили за тех, кто им что-то возит. Это впервые в моей практике, действительно. А вам-то чем помочь нужно? У нас, в принципе, все есть. Благодарю Светлану. Да. Понятно. Такие встречи в неформальной обстановке помогают из первых уст узнать, что именно необходимо военнослужащим в зоне специальной военной операции и какая помощь им требуется.